Три года судебных тяжб. За это время было проиграно несколько заседаний, но мусульмане Тюмени не сдались и пошли до конца. 24 мая арбитражный суд Тюмени вынес решение о возврате исторической мечети в поселке Казарово мусульманской общине. Арбитражный суд города Тюмени принял решение по иску местной религиозной организации Крынкуль города Тюмени к администрации города о передаче здания исторической мечети в пользование религиозной общине. Напомню, что в 2022 году администрация города отказала религиозной общине передать мечеть в пользование с той формулировкой, что здание якобы не имеет религиозного значения. Администрация считает, что это здание ранее не использовалось как мечеть. Нами данное решение было обжаловано в суде, однако суд первой и второй инстанции нам отказал и оставил решение администрации города в силе. Мы обратились в кассационную инстанцию, и суд кассационной инстанции удовлетворил наши доводы, отменил решение нижестоящих судов и направил дело на пересмотр. Сегодня, 24 мая, арбитражный суд города Тюмени удовлетворил наш иск, отменил и признал незаконным решение администрации города Тюмени об отказе передачи здания в пользование религиозной общине. Установил 30-дневный срок для пересмотра данного решения и обязал администрацию города при принятии решения учесть решение суда. В решении суда четко сказано, здание построено в 19 веке как мечеть. Подтверждению этому служат архивные документы, фотографии и свидетельства старожилов. Интересы тюменских мусульман в суде представлял член Национальной ассоциации юристов адвокат Мансур Усманов. Напомним, мусульмане из Казарова в 2021 году получили отказ от администрации Тюмени в передаче здания исторической мечети. Причем мусульман на заседании специальной комиссии поддерживали православный священник и раввин. Верующие обратились в суд, проиграли несколько заседаний. 6 июля 2023 года арбитражный суд Западно-Сибирского округа отменил решение нижестоящих судов. Дело было направлено на пересмотр. 24 мая 2024 года арбитражный суд Тюмени вынес решение о возврате исторической мечети. Мусульмане надеются, что уже скоро они смогут использовать принадлежащее им по праву здание.